Допустим, начинали типа вертолет. Вертолет полетел. Ну такой, вещь такие. Ну, техно. Хотя он звезды, типа. Баян, я на нем даже учился. Баян, команда. Да, объем меняет. А я без живота играю. Ты вообще потерялась. Ты тоже играешь? Я так что играю. Я хотел же, мы уже сейчас уезжаем, поэтому я и залезла. Никто цель не будет, кроме меня. Я сейчас тоже не сыграл. Это успех! Народ, на YouTube выкладывайте! Зачетные хрень. Однозначно. И компактный главное. А тут была композиция какая-то сложная. Да, это не импровизация. Он рассказал про трудности нашего похода. Пошла импровизация. Да? Ну, а есть там такие какие-то композиции, которые можно разучить? Ну, знаешь, в принципе, просто есть какие-то... Коллективы их немного, там, которые там, играют какие-то определенные композиции. Ну, там, конечно, тоже велик великая импровизация. Ты, пожалуйста, вещи эфи. Ох, ты захотел. Заказал. Вот. Но в основном это просто набор каких-то приемов, которые применяются по настроению. Какое тебе сегодня настроение? Я вижу оленя. Вижу оленя, играет про оленя. А помнишь, что... Передайте мне, пожалуйста, вот этот стаканчик по поводу бухляшки. Стаканчик белый. Да, очень что? Музыканту передайте. Налейте чашку. Ну, если... А как вам?